Всем здорова, мисс Лукашем, подписчики на канал, с вами Мегакол. Мы продолжаем проходить Star Wars The Old Republic компанию Ситха Воином. И на самом деле, надо заканчивать Илум. То есть, то меня как бы уже в открытую ведут на флешпоинт. Я вас понял. Меня реально в открытую сейчас ведут на флешпоинт. Хорошо, допустим. Дарт Малгус, критическая угроза, Мофф Регус просит вашего немедленного присутствия. Давай. Скоро там буду. Доступ разрешен, галактика, Дарт Малгус, самый высший приоритет. Это нахер, это серьезно? То есть как бы мне просто в тупую, в открытую дали сейчас задание флешпоинта. Это будет сегодня весь весело. Флешпоинт выполняется очень весело. Должны были убить этого предателя, когда у нас был шанс. А, мой лорд. Мы уже обработали все. Вы почувствовали какую-нибудь слабость? Малгус слишком самоуверен. Он думает, что он уже выиграл. Но это его похоронит. Вы правы, мой лорд. Я потратил годы, служа Малгусу. Он даже попросил меня присоединиться к его вот этому вот. Конечно же, я отказался, но должен был плюнуть ему в лицо. Настоящий имперец убил бы этого предателя, как там же, где просто пока мог. К сожалению, он уже украл скрытую... космическую станцию и улетел в открытый космос. Сила Дарта Малгуса нападает на планету, его корабли появились из ниоткуда, и все просто умирают. Сообщите армии и зовите подкрепление, если... Этот урод больше не сделает из Империи посмешище. Давайте корабль у него украдем. Если он привел сюда свой корабль, то Империя его заберет. Вы правы. Координат, скорее всего, находится на главном компьютере. Наконец-то предатель попался. Украл один из наших кораблей, и вы можете... И вы тогда можете прилететь прямо на скрытую космическую станцию Малгуса. Я займусь этим. Найдите мне пилота, и я заберу этот корабль. Это будет честь для меня слетать с вами за предателем. Приятно познакомиться, генерал. Надеюсь, вы готовы научить Дарта Малгуса. Преподать ему урок. Наказать предателя будет моим удовольствием. Значит, все готово. Генерал Хескеров поможет вам собраться и отправиться на станцию Малгуса. Я подготовлю на мой корабль. Хескер сбросит вас прямо сразу. Вы должны пробраться через армию предателя и украсть его корабль от его форта. Введите защиту Империи, мой лорд, и если вы найдете лидера нападения, уничтожьте его. Будет очень плохо все. Серьезно. Просто, я думаю, сейчас реально все мои догадки подтвердились. Все, что здесь происходит, это сраный флешпоинт. Я не знаю, мне кажется... Короче, есть шанс, что мы его не выполним. Такая вот тема. Это явно последнее задание в стори арке, но это жесть. Флешпоинты просто так не проходятся. К флешпоинтам готовятся. К флешпоинтам, блин, просто собирают какие-то вещи и так далее. Это реально будет сейчас весело. Мне за него хоть дадут что-то полезное это? Именно за сам флешпоинт. А, нет, вот. Еще мечи. Понятно. Пошли нам на корабль. Ох, как это будет сейчас весело. Я не хочу этим заниматься совершенно. Империя — это символ силы, уважения и чистоты. Дарт Малгус не должен это загрязнять. Дайте мне слово, и мы тогда... Скажите, и мы
покроем огнем армию этого предателя. Его армия будет просить о пощаде, молить о пощаде. Не могу дождаться начать убивать. Мне нравится, как это звучит. Когда мы будем на поле битвы, я вас сразу же сброшу, и тогда я буду помогать вам с воздуха. Теперь к битве. Малгус-предатель почувствует страх, ярость Империи снова. Или почувствует страх перед Империей. Ну это где-то на орбите Илма, да? Ну так, рядом. А, нет, на поле битвы именно, нормально. Хотя, по идее, мы должны были корабль у него вообще, как бы, стилить. Так. Уровень, надо посмотреть уровень. 50 уровень, 50 уровень, 50 уровень. Хорошо, есть также бонусные, уничтожить какие-то батареи. Как же это нахер печально. Я просто вижу, как бы, что у меня сейчас реально будут такие проблемы. Я иду на флешпоинт. Что я делаю вообще? Для флешпоинтов создаются отдельные нахер локации для того, чтобы там было, ну, можно было проходить. Чтобы никто никому не помогал. Единственное, кто как бы может мне, ну, помочь в этой ситуации, это вот именно люди, которые со мной в команде. Но, простите, со мной никого в команде нет. Так, дроид, который сейчас заберет вот это вот у меня. Хорошо, побежали. А где батареи, там надо идти вашу уничтожать дальше, как я понимаю. 50 уровень, 24 тысячи. По идее, сейчас всех тут по 24 тысячи хп. Да, 12 тысяч. 10 тысяч. Видит бог, я не хотел в этом участвовать. А, простите, его нет. Это просто фраза, ну, вы понимаете. Ага, еще и 30 человек просто так грохнуть. Ух! This is gonna be fucking fun. Я на это не подписывался. А, я даже Джессу не могу бафнуть, я еще это не вижу смысла в этой способности. Не, безусловно, выполнение флешпоинта, это, конечно, очень много там всякого и опыта, да, и в принципе, но твою мать, так нахер не должно быть. Блин, вообще чувствуете, кстати говоря, как темное консульство просто сейчас, мне кажется, разваливается? Потому что, извините, Дарт Малгус только что просто stage one, понятно. Дарт Малгус, простите, предает просто так, как бы, всю империю. Дарт Барос просто мразь и убивает своих учеников налево или направо. Я думаю, что до Драула он тоже доберется, и Драул тоже это дело не переживет. Или, возможно, он просто увидел реально во мне серьезную просто угрозу. Какая на самом деле для него-то и была, но как бы... Не знаю. Он типа таким образом решил предотвратить свою смерть? Ну, это ладно, это было с его стороны глупо в любом случае. Почему у меня 23 тысячи хп? Эй? Я чего-то не знаю. Прикол в том, что если тот дроид, который рядом со мной находится, умрет, то как бы все. Там, по идее, что-то там... Мне сказали, что надо что-то вернуться, короче, куда-то, чтобы его починили. Но я этого делать, естественно, не буду. Нахер мне время терять, что ли, некуда. Ну, вот эти еще слабенькие, ладно. Мне бы кто-нибудь объяснил, что там за второй бонус на вот это вот уничтожить батареи, и не могу понять, где они. Возможно, они где-то внутри. Они, скорее всего, где-то внутри. Потому что здесь, видите, зоны нет никакой. Мне не показывает ничего. Поэтому это, скорее всего, где-то не близко. Ну, пока проблем особых не... А, вижу. Только стоило об этом заговорить, как оно пришло. Бей. Я просто не знаю, чем это бить. Это поднять можно? Это поднять можно, офигеть.
них денег, кстати, много падает. Мне это нравится. Так, вот это можно скипнуть, наверное, но нет, потому что, извините, стейдж 1 бонус, это сильно. Это, скорее всего, на этом, ну, конечно же, не закончится, и там дальше что-то надо будет серьезное делать, поэтому нет. Это я лучше потом просто реально сдам. То есть меня просто в открытую нахер после обычного побочного, после, ну, как бы, стори-арки послали просто выполнять флешпоинт. Я вас понял, ребята. И, что, кстати, самое интересное, я мог пойти выполнять этот флешпоинт еще до того, как мы проходили эту стори-арку. То есть, по сути, все вот это вот могло происходить до того, как я проходил стори-арку. То есть, если бы я начал раньше, то получается, что, типа, я бы его просто пропустил огромный кусок или что? Типа, это, по сути, один огромный кусок инфы, который, по идее, мне надо знать. Для того, чтобы понимать дальнейшие события. Ну, типа, предательство Дарта Малгуса там и так далее. Вообще, я очень много времени на Илусе провел, мне кажется, намного больше, чем на обычных планетах. Раньше мы это делали. Типа, это уже третья или четвертая серия на этой планете, да, получается? Так не должно быть. Так, дальше, пожалуйста, мне следующий бонус задания. Но я просто сконцентрирован здесь, потому что тут думать надо очень много. Так, уничтожить 40, а, ну, понятно. Просто сейчас буду, короче, идти вперед, все сносить. Дальше будет там, короче, 50, 60, да? Это вот. Но меня, кстати, радует, что не так уж, что на самом деле это сложно. Несмотря на то, что я вообще не должен здесь находиться. Или, возможно, идет расчет на то, что, типа, я стори-арку смог пройти, значит, я эту фигню пройти смогу. Но планета явно флешпоинтная, то есть там слишком много, в принципе. Просто там тут как минимум несколько... 50 хп у парня. Тут как минимум просто слишком много заданий флешпоинтных в одном месте собирается, поэтому тут оно вот это вот... Да вы издеваетесь. А вот батарея, видимо. Или нет. Могу понять. Слушай, что происходит еще? Очень много, кстати, слабых мобов, по идее, здесь вообще не должно быть. Конечно, опять-таки, возможно, если брать в расчет обновление, после которого там героики стали легкими, может быть, к флешпоинтам это тоже относится, конечно. Но не сказал бы, что... А, подожди, Малгус, то есть вот эти твари не считаются. Круто. Конечно. Мне очень нравится, кстати, поддержка с воздуха, которая у меня тут появляется. Что-то мне там говорили, по-моему. Так. Это мы берем. Это что? Никакого влияния, все равно дам, какая разница. Так, это... Нет, подожди, это какая-то... это Emergency Station. Это просто хрень, которая хилит. Так. А мне... А, ну вот, собственно... А, вот так вот эти штуки мне надо вырубать. И вы хотите сказать, что я только первую эту штуку встретил? Да ладно. Да не может быть, мне кажется, я просто пропустил где-то что-то. Кстати, лагает это? Ладно, я знаю, почему лагает. Это скоро исправится, примерно где-то через минуту. Просто, когда я записываю Star Wars, я его, в принципе, сразу ставлю обрабатываться, чтобы он там подготовился к рендеру, но, видимо, не стоит все-таки этого делать. Просто раньше не лагало, раньше, типа, я не замечал ничего такого. Меня, кстати, прикалывают баги со световыми мечами. Ну, типа, когда, например, вот у меня сейчас, да, типа, был меч... Ну, по идее, у меня был меч. Анимация, а самого меча нету. Так, вот пушечка. Да, я... тут явно лагает только по одной причине. Сейчас она все закончится. Через 7 секунд. Нормально я его отправил.
что прибежит. Прибежал. Реально прибежал. Все. Так, эти готовы. Вторая, пожалуйста, пушечка. До свидания. Тут явно пушечка. Тут две пушечки. Хотя, не факт. Но, я думаю, что, кстати, с флешпоинта я выйду уровнем так 51-го, это точно. Возможно, даже с половиной. Вот это инфосоточка. Потому что тут, простите, сколько там сейчас бонусных заданий у меня будет, как минимум? Потом за прохождение самого флешпоинта, потом за выполнение стори-арки... Так, или эта пушка не уничтожается, или это вообще не пушка. Не, она как бы есть, но она не уничтожается, ясно. Я, блин, что-то не верю, что я только... Там дальше, скорее всего, что-то будет еще, конечно. Ну, на самом деле, тут еще, наверное, очень сильно роляет то, что все-таки у меня тут еще дроид есть, который рядом со мной бегает. Он тоже ассистит так неплохо. То есть это дополнительный урон, который лишним никогда не бывает. Просто помнится, что-то я... Серии так 10, наверное, назад я очень долго и мучительно жаловался на то, что слишком легко мне на планетах. Вот, видимо, меня мстит тут эта вся ситуация. Когда твой мэйт начинал записывать всю эту тему, просто дал себе слово, не буду проходить флешпоинты, не буду. Здравствуйте, приехали. Но, блин, флешпоинт это получается часть стори-арки. Я не могу тут ничего повлиять никак на это. Тут как бы либо я забиваю на один огромный сюжетный кусок. Все-таки не хочется делать, конечно же. Просто почему флешпоинт, например, не интересен? Потому что тут как бы... не то, что катсцен нету, тут... хотя, возможно, в это и будет. Тут как бы ты просто идешь вперед, убиваешь кого тебе надо и как бы уходишь просто. То есть я не удивлюсь, если я просто под конец, мы придем, получается, к Малгусу, скажем ему привет, даже без катсцены просто к нему подойду, начну его убить, как бы, и убью его, на этом все закончится. Тут может быть катсцена только там по стори-арке, как бы, это максимум. Убивать тут лучше всех, кого видишь, они-то в любом случае не заспавнятся, в любом случае бонусное задание. Что там дальше, я знать не могу. Поэтому время на это придется мне убить, как ни крути. Итак, стараюсь убивать быстрее, как только могу. Так, еще семерых, узнаем, что там дальше. Я очень сильно надеюсь, что просто убить еще кого-то, потому что что-то делать в других там, допустим, частях мне вот не хочется. С них очень много лута падает, я его не весь собираю, потому что не могу за всем проследить. Так, где еще пушки? Пушка стреляет, уничтожить нельзя. Вон там пушка уже уничтожена. Мне надо еще две, я, походу, что-то пропустил. Я вижу одну, но одну это максимум. Обратно мы просто, по-моему, не пойдем. Что, одна единственная пушка, которая есть, она вон там вон стоит, она вон там вот осталась. Боль, страдания у меня сейчас. Почему я не могу просто всех взять с корабля? Где Вэт? Там вот. Почему я не могу просто реально взять?
Вот чтобы в меня и Вэт хилил, и Квин там, допустим. Пирс там пусть атакует с Брунмурком. Знаю. Почему только один напарник? Я его поставил каждого с разной целью. И вообще ничего бы не делал. Не, реально, пушка вон одна осталась. А мне надо две. Здравствуйте. Так, это сейчас обновится задание, хорошо. Уничтожить, короче, эти кристаллы, которые он, видимо, добыл. Я один убиваю дроида. Домой. Домой. Качественно. Так, и тогда мне вообще трогать, да, больше получается никого и не надо. Это уже вот внутрь мы зайдем, и там все будет. Судя по всему. Пушку бы последнюю найти. Вообще, я предлагаю, наверное, вернуться сейчас назад. И посмотреть, где я ее просрал. Маунтиться здесь... здесь можно маунтиться. Отлично. Тогда мы сейчас по-быстрому вернемся, посмотрим, где я ее пропустил. Потому что это странный опыт и странное бонусное задание. Я хочу его выполнить. Просто так его пропускать я не собираюсь. Я не уверен, что мы будем возвращаться по этой же дороге, поэтому лучше так. Так, тут я... просто где-то я вот одну как раз, видимо, в начале и пропустил. Где-то вот здесь. Скорее всего, так оно и есть. В любом случае, здесь все уже мертвы. А, ну вон, да, вот, собственно, о чем я и говорю. Просто одну пропустил. Свидание. Ну, это так, чисто. Так, и получается, да, по флешпоинту... Вот что самое... А, Shuttle the Battlefield. Вот что самое странное в флешпоинтах. Появляется задание с флешпоинтом, появляется бонусное задание с флешпоинтом. Появляется еще одно задание с флешпоинтом. То есть, по сути, вот это просто пройти флешпоинт. Вот это задание на флешпоинте. Вот это бонусное задание на флешпоинте. А у меня есть еще выполнить флешпоинт по стори-арке. У меня сейчас голова взорвется, по-моему, от такого количества заданий. То есть, по идее, все вот это вот будет выполнено где-то примерно минут через 25. Это что, простите? Это 57к хп? Это мне убить надо. А это что? Это то же самое. Ну, поехали. Я надеюсь, меня отхилят. И что никто не умрет. Потому что, что Джесса и дроид сейчас... Вот дроид отъедет. Дроид не переживает эту драку, я это уже вижу. Хотя у нас есть странная, блин, Джесса, которая может реально хилить всех и все, что только видит. Я кайфую от этого очень сильно. О, меня дроид хилит, нормально. Дроида, этого джедая надо убить, или кто бы то там ни был, не знаю, не уверен, что он джедай. А, ну хотя какой нахер джедай? Мы тут ситха пытаемся убить. Ситха, а, ну да, молния, к тому же. Нет, дроид, живи, ты мне еще нужен. Я чифтен Веласу Грейг, юнайтер Калис Трайбс и бейн Старого Эмпира. А, это калеши. Так вот для чего... Так вот, твою мать, для чего... Магусу надо было, чтобы я калешей, типа, завербовал. Он потом мог ими воспользоваться. Вот он коварный, конечно, но он очень хорошо это... Ну, просто на самом деле, тут как бы прикол в том, что я, наверное, никак совершенно не мог... этого предвидеть, я как бы... Предательство Дарта Барса-то я предвидеть особо, наверное, вообще никак не мог. Но темное консульство явно разваливается, причем конкретно так. Типа, с этим огромная проблема, и я не знаю, что с этим делать. В принципе, это не моя забота. По идее, император должен просто появиться уже.
I have shamed you. Это было, твою мать, сложно. Но с него выпало 2000 и деньги. И... 2000 и деньги, 2000 и этот. Наруч хорошая. О, так, отлично. И получается, заходим в форт. Здрасте. Теперь мне интересно, где это я должен уничтожать здесь кристаллы. То есть вот это шахта, в которой они все это дело добывают. Вас, наверное, можно не трогать, если это вообще можно. А это можно, кстати. Наверное, стоит все-таки пройти вот сюда, чисто посмотреть. Это не я был. Это моя хорошая команда сагрела. Зато хорошие новости. После этого задания мы свалим с этой несчастной планеты. Еще вопросы есть. Денег с них падает, мне нравится, конечно, сколько. Это безусловно вообще. Так где уничтожать-то? Пока иду, пока ничего нет. Вот эта хрень не уничтожается. Просто кристаллы. Твою мать, тут так светло, короче, из-за них. Так. А я это никак не вижу, да? Значит, летаю. Эти слабенькие-то, конечно. Тут вообще, в принципе, с полшом поработать, и все готово. Я просто не понимаю, что... А, нет, все вроде понимаю. Ну, видимо, да, видимо, флешпоинты теперь тоже не такие сложные, но для меня. Потому что я... Сколько, простите, мы времени на этой планете провели? Сколько я времени убил на то, чтобы просто тупо научиться уже убивать вот эти вот хай-левелных тварей этих? Сколько, сколько? Да ты хера. А вот это надо уничтожать, да? Да. Просто я уже как бы всю эту... Мне кажется, реально, когда я вернусь к обычным мобам, у которых там по 500 хп, это будет весело. Типа, мне будет так хорошо. Я не буду жаловаться на то, что слишком легко или слишком сложно. Но мне будет хорошо. Так, но мне таких надо 10, простите. Где я найду еще? Я нашел один там за половину пещеры. Но я что-то чувствую, надо сюда пройти тоже. Это, мать твою, задание, которое все-таки стоит, я думаю, выполнить. Это Stage 3, там будет что-то еще. А, ну да, вот хотя бы один, это уже... Я думаю, их тут всего на карте 10. Но там до этого вроде не было. Ну, это, наверное, типа, своим того, что я там туда дальше куда-то пройду. Там оно, типа, все это будет, скорее всего, кстати, говорят, что есть. Тут натурально слишком мало этого дела. Все равно. Короче, я вообще не знаю... Почему это было, но ученик Дарта Барреса... О, Дарта Барреса, да. Это я. Ученик Дарта Малгуса, короче, типа... Прилетает на планету. Тоже уже скоро. Я, правда, не знаю, будет ли он... На чьей он стороне.
Но если он все еще числится учеником, то подозреваю, что не на нашей. Что это за маленькая херня вот эта вот стоит здесь? Так, вот теперь вечный вопрос, налево или направо? Направо. Да, вон я вижу раз ящик. Ну и, короче, видимо, все оставшиеся нужные мне ящики находятся, типа... А это куда? А, это куда мне надо? А вот это слева тогда что? Это слева, наверное, тоже тогда один ящик, который я прямо сейчас... Да, да. И потом надо будет еще вот эту кисту пройти. Мне главное нравится, что вот эти рабы, которые тут работают, они мне вообще не помогают. Я бы, мне кажется, на месте этих рабов очень хорошо бы постарался, учитывая, что я тут пытаюсь их, ну не знаю. А, конечно, не они моя цель, я в моих планах не их освободить, но все-таки. Тупо было. Все-таки я как-то, знаете, очень неплохо с этим делом справляюсь. Могли бы его остать все-таки. Я во всяком случае уж точно не собираюсь их убивать. Так, ну да, оставшиеся 6, видимо, будет вот по этой кишке дальше. Ну, не факт, конечно. Но просто я не знаю, где еще. И для чего тогда нужна вообще вот эта часть карты. Блин, а я не вижу нихера. Пошли, все равно. Там, конечно, что-то вот не наблюдается этих ящиков, но для чего нужна тогда часть этой карты? В любом случае, это вроде стори, да, херня поэт. А, ну это. Нет, это флешпоинт. А, это точно спавниться не станут. Но, во всяком случае, раньше флешпоинты втроем-то проходили с трудом. А, ну вот раз коробка я вижу. Ну, ради одной коробки я сюда пришел, да. Нормально. В принципе. Вот это сейчас весело будет здесь. Я нажимаю просто сплэш. Я просто ничего не вижу. Это сработало. 51-й, привет. Даже не выполняя заданий, просто тут чисто на фарме. Изи. Гриндим просто. Так, еще 5 дальше, что ли, они будут или что? Потому что вот туда и там я их не вижу. Смысла, соответственно, там тоже нет. Маунтиться здесь нельзя. Хорошо. Да, возвращаемся. Ну, во всяком случае, как минимум там, да, я несколько выполнил. Вот что? А, это сапродроид. А, он умер, что ли? А. Дроида убили. Я могу его вызвать постоянно. А, нормально. Так, ну тут 2 таких серьезных дроида. По виду. Может, только по виду, правда. Ну да, только по виду. 26 кхп. Ну, такое ощущение, что мне на время флешпоинта хп подняли. Я вот не знаю, что-то слишком хорошо мне здесь. Лучше, чем просто на планете. А, у этого 71 кхп, вот этого я не заметил. Я думаю, что я так долго его убью. Thank you.
Я просто стою и смотрю на способности, которые мне доступны, потому что у меня нет больше вариантов. Ооо. Ну, по 2000 с них падает. И такая, ну, вот одна броня хорошая выпала, во всяком случае. А, ну вот я, видимо, сейчас куда-то дальше выше буду подниматься, да? Да, вон одна карабинь. Этих можно даже не убивать. Ну, такая локация здесь нормальная. Ну, флешпоинт. Я их проходил немного. Я практически их не проходил. Один там какой-то начальный, может быть, по незнанию я заходил. Но это максимум. Это сейчас что-то выйдет оттуда, я уверен. Я убегаю. А, не, оно на автомате. Но они какие-то слабенькие, видимо. Ну да. Это те самые... Ой, это те самые, которые от сплэша умирают. Ура. Слышь, иди сюда. Не, без напарника бы точно было бы сложно. Даже не обсуждается. В любом случае, Джесса и урон какой-то на себя берет. Тоже, в том числе. Ну, дроид. Дроид вообще, я не знаю, чего мне вообще дали. Опять субскрипшн привилегии, да? Ну, кстати говоря, из всех привилегий подписки мне, наверное, вот кроме как то, что, типа, когда, если ты не подписан на игру, если ты не подписчик, то после 20 уровня, по-моему, там, типа, меньше опыта дают в течение игры. То есть, как бы, просто там на сколько-то процентов получаю его меньше, соответственно, качаюсь медленней. Это вот главная причина, по которой я купил эту тему. Ну, также там, наверное, изменение внешности, в любом случае. Вот, но вот эти фишки по типу, ой, теперь там у вас там привилегии в очереди там на Warzone, ограниченное там место что-то на арене, неограниченное, точнее, да? Эти последние коробки. А, ну там сейчас коробки, потом будет что-то еще. Понятно. Я бы вот просто уничтожил коробки, дроида бы не трогал, не хочу его убивать. Красиво. Но вот до той коробки я так не дойду, наверное. Конечно, все возможно. Бежим! Нормально. Просто я стелсер хороший, да? Че дальше? Уничтожить генератор. Генератор находится дальше. Нормально. Работаем. Но, блин, судя по всему, это какое-то, конечно... Серьезно, 163 тысячи... У чувака, которого я бью, 163 тысячи хпм. Ну, максимальное число, я имею в виду. В принципе, нормально, конечно же. Нет. Я вообще ничего с ним не могу сделать. Он не улетает... Ну, резиста там нафига, да, наверняка миллион. Станы. Вот это вот. Не, лучше вот это помочь. Я его долго буду ковырять. Он не поднимается, он не улетает. Опять кого-то призвал. Блин, я мог же... Альт-пушка. Ты задолбал, серьезно, урод. Да господи, я подойти к нему не могу, ну чё это? Thank you.
Половина хп. Сколько я минут две его убью уже? И как будто зубочисткой стену ковыряю. Скотина. Мне интересно, сколько я буду Дарта Маугуса убивать. Ты задолбал. Ты задолбал. Ты задолбал. Ты задолбал. Вот просто пипец. На меня смотри. А, подожди, ну... Это ММО-РПГ. Слишком много отбрасываний. Только боится? Не, я вообще срать. Давай, умри уже, ну. Хочу сверхмощную способность, наконец-то! Хочу сверхмощную способность, которая... А, ну, нормально, да, в принципе, заслуженно. Как это будет выглядеть? Это будет выглядеть внушительно. Вопросы есть какие-нибудь вообще у вас? Жесть, конечно. Вот просто с моим видом, мне кажется, только галактику реально захватывать. Дарт Барос охереет. Ну, на самом деле, зато теперь я могу сказать со 100% уверенностью, что я не жалею, что прохожу ту стори-арку. Я очень много хороших плюшек получил. Нормально уровень так поднял, как минимум. Так, а генератор, который мне нужно уничтожить, там, кстати, какой-то ситх, смотри, стоит, 24 кхп. А, нет, мне просто надо было сюда прийти, генератор тут здесь уничтожается, ладно. Ну, я их уже обхожу, я реально, я не вижу смысла к смерти. Мы просто бежим, вот, а, кстати говоря, по идее, я, наверное, могу, да, я могу, отлично. Это же не пещера. А если это не пещера, значит, я могу... Мне очень сильно хочется пить, у меня очень сильно болит горло. Вообще, в последнее время начал замечать, что мне, в принципе, записывать... ну, именно вот Star Wars. Видимо, в силу того, что я практически реально не перестаю разговаривать. Ну, то, что теперь перевожу еще катсцены. Потому что во всех играх я как бы молчу, когда идут катсцены. Сейчас как бы у меня только возможности нет. Я, конечно, могу оставить вам понимать сюжет, но... Не. Не, я бы, конечно, был очень признателен каким-нибудь левым чувакам, которые, чтобы они сделали все-таки странную локализацию, потому что за все время существования этой игры, мне кажется, можно было это, конечно, уже сделать. Несмотря на то, что это безумно сложно, безумно... там, мне кажется, конечно, все это настраивать, то есть, чтобы все работало, там, кодекс переводить как минимум, да? То есть, переводить кодекс, мне кажется, это вообще отдельные пару месяцев надо убить. К тому же, вряд ли ты сможешь всю игру, наверное, открыть. Но вот, видимо, как раз-таки все проблемы кроются в том, что вы очень сложно именно вот всю игру прям открыть. А, хотя, подожди, а на кой хер, простите, мне проходить всю игру и открывать полностью игру, если... У игры есть отдельные файлы со странным текстом. Просто вот, ну, как, не знаю, можно было, наверное, сделать. Типа, изначально сказали, что, типа, не будет другого языка в этой игре, но, блин. В TES Online тоже никогда, по идее, не должно было быть русского языка, однако там есть русификатор. Который устанавливается через самую просто глубокую жопу, которая только возможна, но, блин, устанавливается. Это мне в этом деле и нравится, что... Как бы... А, это было не последнее. Вы что, издеваетесь надо мной? А! Так изи. А как... Я с одного удара она меня эта хрень убьет, наверное. Это долго ковырять тоже надо будет. 174 к хпм.
Плюс напала вот эта мелкая херота. Я просто чисто из-за тушки той не могу... Это нахер... Это тоже будет меня сейчас отбрасывать во все стороны света или что? Я просто охерею. Вот стан я могу понять. Вот стан я могу. Вот это отбрасывание эти. Она же не улетит. Почему я один-то делаю? Просто ногой в лицо мне дал. Больше всего мне прикалывают, что я как бы убиваю ее. Этого не должно быть. Нет. Твою мать. Что я ее убиваю, это не такое уж и далекое действие. Что-то вполне скоро произойдет. Чисто на хиле, вот реально. Задолбал меня вот эти все стороны, меня это раздражает. Херею просто. Как я еще жив, а? Как вот я еще жив? Мне кажется, большая часть этого ролика в том, что я просто стою и бью кого-то. Именно вот по отдельности. Типа там одну цель, другую цель, третью цель. Реально, Дарт Малгус просто по сравнению с этой херней будет просто мелкой сложкой, походу. Я убил это. Я просто тупо выпал световой меч из него. Просто тупо, который хуже, чем мой. Просто тупо идите нахер. С этим своим вот это вот мы дадим тебе хрень, которая намного хуже твоей. Пипец, просто нафига я это делал, непонятно. Ну, опыт дали, понятное дело. Сколько мы там, кстати? Полляма опыта, нормально. Полляма опыта как бы на уровень, ну то есть... Ну, во всяком случае, теперь я могу на 100% сосредоточиться на именно флешпоинте. Дайте угадаю, его охраняют. Блин, как я догадался. Сейчас кто-то появится еще. Блин, как я догадался. Я маг. Просто на самом деле. Гадалка. Просто как бы взорвал, как бы. Меня никто не может. Почему и меня никто не может остановить? Это я настолько крутой или они настолько тупые? Варианта как бы два. Либо Дарт Малгус серьезно думал, что я типа не стану его останавливать или что? А, ну он думал, что да, он думал, что типа... Подруг, сип, там, должен понять это вот. Но как бы нет. Можно, пожалуйста, как бы Императора свергать мы не будем сегодня? Хотя бы сегодня. Да вот опять с этими... Блин, конечно, маску я нашел топовую. Вот это мне нравится. Прям вообще. Так страшно я еще никогда не выглядел. О, блин, генератор без защиты, ура. Теперь надо перегрузить главную консоль, твою мать.
А вы-то как сагрились? Не надо, пожалуйста, этого делать. Так, поплыли теперь, короче, вон туда. Я надеюсь, меня вот эти уроды не остановят. Не, не остановят, нечем. Вот эта скотина меня тоже никак сейчас не остановит здесь. А, ну и тут вот... Ох, командир какой-то, у которого много хп, да? И там за мной еще бегут. Так. Так. Нет, тогда лучше, наверное, к этим пока не приступать. Лучше убить вот это. Потому что если я сейчас еще и тех сагрил бы, ох, началось бы веселуха. Я правда искренне предпочитаю не выполнять такие задания. Потому что на них можно очень надолго застрять. Игра! Какого хера? И мы как бы их убиваем, то есть... Вообще, как будто проблем вообще никаких с этим нет. Я не могу начать атаковать этого мелкого, просто потому что, как бы, ну, он не прокликивает. Не прокликивает. Ой, не прокликивает. Я миллион заработал, походу, пока проходил вот это вот все. Так. Это сколько получается? 71 тысяча хп? Ну ладно, тут таких проблем не будет. Хотя его сейчас надо будет поковырять какое-то время. Да не бери ты пока, подожди. У нас проблемы тут еще есть. Ну это ладно, это 70 кп, это быстро убивается. Ну блин. А ты еще жив. Как же это долго. Какие-то еще шапоги мне дали, ну-ка. Ну ладно, ваши шапоги лучше моих шапогов. Во всяком случае, на один плюсик точно. Так, консоль. Я до нее добрался. Нужно найти, где находится этот сраный корабль. Причем там как бы еще куда-то есть. А, нет, это вылом. А, все, короче, это походу конец. Ну, типа, сейчас мы проходим полностью вот эти комнаты. И вроде как все. Ну, типа, вот там уже выход на Илум. То есть на сам обычный Илум. Просто планета. Мне надо еще... Я не знаю, с Дартом Малгусом будет у нас поединок, нет? Видимо, нет. Я предвидела ваше присутствие, мой лорд. Добро пожаловать. Ты кто? Ты кто? А это кто? А, это... Илум покрыт имперской кровью. Пока мы говорим, ваша армия падает перед силой Малгуса.
Боюсь, что меня заставили потушить вашу атаку. Там кое-кто бомбил мою базу. Надеюсь, они не были вашими друзьями. Это вы сбили Хескера? Генерал Хескер был хорошим пилотом. Вы никак вообще не могли его сбить. Уверяю вас. Все, что упало в виде его корабля, оно там внизу, короче. Она ищет ваш корабль. Спасибо, моя дорогая. Талсако это босс мистик. Вскоре она почувствует видение о поражении под императором Аугусом. Потом все воссы присоединятся к нам. Ты умрешь, Сиривин. Ты тратишь мое время, просто умри. Я думал, ты хороший, твою мать. Подойди, Талсако, давай уничтожим эту имперскую шавку. Я предвижу и хочу победы. В этом случае я выполню твое видение. Во имя новой империи. Ну не, чувак, ну никак тут. Ну не получится у тебя. Так, да, наверное, сначала этот гуру надо убить. Это, видимо, как раз-таки... Вот этого, да, вот они говорили, типа правая рука, видимо, там ученик. Дарта Маугуса, просто тоже Дарт, видимо, старый ученик. Ну твою мать, надолго мне встанет еще стоять? Стоим. Посмотрим. Твою мать! Нормально, вот вообще адекватно, конечно же, эту. Все, ты один остался. Никто к вам не присоедин... Серьезно. Кто к вам не присоединится? Так. Diplomacy doesn't permit much bloodshed. How I've missed this. Твою мать! Кажется ли он отхиливается, когда уходит в стелс? Ну-ка, сейчас проверим эту теорию. Нет. Я его тоже долго буду ковырять. Если так посмотреть. Ты бесишь. Ну камон, ну перестань ты это делать. Все равно ж умрешь. Это что? Это я впитал что-то. Как же это долго? Еще подождем. До свидания. Чего ж вы меня так бесите-то? Так. Поговорить с Талсако. Я ж тебя убил только что. Дарт Сервиан был другом Восса. Теперь его нет. Хотела бы быть тобой... Это Хескер. Лучше бы это была я, он сказал. Это Хескер. Повторяю, это генерал Хескер. Вы слышите меня? Корабль ваш, генерал.
Проинформируйте Моффа, что Дарт Серевин мертв, и его корабль теперь принадлежит Империи. Отлично. Имперские силы теперь сейчас немножко заняты, и мы нашли выживших. Нам их отпустить? Пощадите нас, и мои люди присоединятся к Империи. Ну да, захвати их. Тюрьма научит их, что Империя может быть жалостной тоже. Моя семья присоединится к Империи. Чисто союзники. Мофрегус уже готовит следующую атаку. Готовьте корабль и готовьтесь убить лже-императора. Мы выполнили флешпоинт. Твою мать. Я их оставил, потому что... У меня все равно, во-первых, минус 40 тысяч там. Хорошая загрузка. Я их оставил, потому что... Ну, блин, если есть выгода какая-то для меня, то, в принципе, я это делаю. То есть, не в плане там со мной именно остаться, да? Потому что если кто-то со мной захочет остаться, мне это не надо, у меня есть хорошая. А вот любые союзники для Империи, это неплохо. Поэтому да, why not. Опять? Нет уж, простите, я за адекватность все-таки в этом мире. Ну-ка. Да? Новая способность, именно способность, простите. А, ну это баф. Люблю бафы. Мофрегус, спусти меня, пожалуйста, с этой планеты, не хочу здесь больше находиться. Добро пожаловать, мой лорд. Генерал Хескер очень высоко о вас говорил. Предатель Серевин заслужил свою смерть. Вот сделали его слабым. Благодаря вам мы захватили его корабль, выполнили, нашли координаты Маугуса, станции Маргуса. Генерал Хескер готовится к последнему нападению. Твою мать, там еще одно задание будет. Я не хочу выполнять. Как Хескер. Серевин подстрелил генерала. Он будет готов пилотировать? Он непоколебим. Ничего не будет его. Ничего не сдержит вот этой борьбы. Но мы прямо сейчас не должны уходить. Мы получили это сообщение от предателя. Поздравляю, Регус. Твой служащий выиграл на Илуме, но победа все еще далека от тебя. Когда дроиды что-то займутся моей армадой, я сокрушу все, что осталось от Империи с одного удара. Идиот. Не могу дождаться убрать эту улыбку с этого лица, этого урода. Отлично, мы не можем больше задерживаться. Корабль готов, он, в общем, вместе с маячком. Наш флот проследит за вами до корабля генерала Хескера. Подожди. Еще раз. Твою мать! А, это еще один флешпоинт, походу. Так, наш корабль будет, в общем-то, следить за вашим судном, пока генерал Хескер перевезет вас на станцию предателей. Когда вы будете внутри, мы начнем атаку. Уничтожив... Destroy Darth Barras has prepared... Уничтожение Дарта Барраса привело вас к этому моменту, мой лорд... Не подведите Империю теперь. То есть вы хотите сказать, что я должен был сюда прийти после уничтожения Дарта Барраса? То есть вот почему как бы все не так, как надо. Мы, походу, сейчас задерживаемся на этой планете еще на серию. Потому что мне нужно выполнить еще один флешпоинт, который называется «Лживый Император». Но, конечно же, делать мы с вами это будем в следующей серии, знаете почему? А потому что, я не знаю уже, меня просто, меня на самом деле тошнит уже от этой херни.
Слушай, я что-то думаю, а мне надо было тот... Ну, тот надо было, да, конечно, выполнять. Оно было по сюжету. Но в любом случае, видимо, на этом пока что заканчиваем. Очередная часовая серия. Очередная мы опять не закончили Илом. Видимо, он тут надолго. Я надеюсь, что еще одна, ну, максимум две серии мы здесь продержимся и все. На этом пока что закончим. Так что, если вам понравилось это видео, поставьте лайк, не дерутся и подпишитесь. А мы увидимся в следующей серии. Всем удачи и до новых встреч.